Хвалу це вийшло. А ви що, бабоньки? Все про деревню нашу рассказываете. Краткая летопись Тобольска от кольчуги и Ермака до узников Дома Свободы. В исполнении трех бойких деревенских женщин исторические факты изложены просто и понятно. Все это шутками-прибаутками, отражающими живость народного языка. Хороша дорога ездоками, а обед пирогами. Ой, любимая весть, когда скажешь, что пора есть. Записываю все интересные фразы и выражения. То есть это все было накоплено очень давно. И плюс, конечно же, Владимир Даль. Это кладезь просто таких пословиц, поговорок, фраз интересных. Я эту книгу прочитала от корки до корки. Специально созданный для тематического парка Тобол исторический пердемонокль «Авось, небось и как-нибудь» в первую очередь адресован туристам. Яркие, запоминающиеся истории, ссыльный углический колокол, казнь опального губернатора Гагарина, вдохновенный архитектор Ремезов, машущий табликам на прощание цесаревич Алексей. Ну а под интересный разговор очень кстати выпить и закусить. Для гостей пироги, медовуха да квасок. Я не знала, что будет такой исторический спектакль. Мне очень понравилось, какое было взаимодействие. Было очень интересно. Это очень познавательный спектакль. Задействованы все зрители. И настолько все живо, столько пословиц, поговорок, которые звучат в нашей жизни. Это нам всем помогает. И вот эта непринужденная атмосфера. Этого дорого стоит. Интерактивный спектакль «Под открытым небом» создан в рамках программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Программу посещения тематического парка, созданного в декорациях фильма «Тобол», делают насыщенной и разнообразной для гостей города. У нас действительно есть туристы, которые уезжают и возвращаются к нам сюда, а не по одному разу привозят своих друзей, привозят своих родственников. И нам, конечно, хочется предоставить каждый сезон новую программу. Летом мы заходим вот с такой историей. 25 июня в тематическом парке Тобол пройдут показательные выступления по силовому экстриму образца 17-18 века. Анастасия Терехова, Ярослав Прохоров, «Тобольское время».